Книга «Открытым оком». Тема «Старообрядцы». Том 4. Вопрос 1268. Моя знакомая женщина на работе оказалась старообрядкой. И она очень нахваливает свою веру, но священников у них нет. Что это за вера и почему они так уверены, что у них все правильно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Только потому, что у них вообще нет Библии. А когда нет светильника, то все в темноте, выглядят красавицами. Евангелие от Луки, 11 глава, 36 стих. Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал себя сиянием. 2 Петра, 1 глава, 19 стих. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Вот в этом случае она полностью права. То есть она там родилась, она с детства все домашнее усвоила и завет матери хранит. А мать, умирая, наказала ей: «Ты, доченька, своей вере не изменяй. На земле 77 вер, а Бог один. Верь так же, как верила я и мой отец. А тому свой отец передал, что кукишам молиться нельзя. Молиться только по нашим старинным книгам. И чтобы муж у тебя был тоже своей веры. Такое мое материнское тебе благословение. А иначе счастья тебе не будет». Представьте, что эта девочка родилась бы в мусульманской семье или маленькой была бы выкрадена цыганами. При такой ее жизненной установке верить, как заповедала ей мать, она могла бы быть такой же твердой кришнаиткой или иудейкой. Я иногда смотрю в окно и вижу такую картину. Ходит расфуфыренный индюк, рядом с ним индюшки и индюшата, и рядом с ними, и среди них ходит белый молодой петушок и такая же молоденькая серая курочка, цыплята нынешнего выводка. Оказалось, что хозяйка Люба Минаева к индюкам подложила 2 куриных яйца, и вот теперь эти приемыши совершенно забыли, кто они. Индюки очень далеко уходят за деревню, и с ними всегда это приемная парочка. У индюков другой распорядок дня, чем у куриц. Но эти 2 куриные породы вместе с приемными родителями, правоверными индюками, взлетают спать или высоко на дерево, или на высоченный соломокопнитель. Более того, когда индюки подошли к сеновалу, а там много ровесников петушка, и те попытались подойти к нему, индюшки с криком бросились на них, готовые уничтожить. Как будут жить дальше эти, в кавычках, индюшата, они не думают, но они на 100% уверены, что их папа-индюк самый правильный, а мама-индюшка научит всему, что потребуется в жизни. Что-то не слышно, Сергей, голоса совершенно не слышно. Микрофон-то забыл включить, Господи помилуй. Заново, чё ж вы мне не сказали-то уже? Ну, просто, знаете, выключи это совсем тогда, оторви. Другой начни, заново начни, дальше.